Здравствуйте, мои дорогие. Кто идет в вашу жизнь? Кто? Спросите у Вселенной, кто идет в мою жизнь в самое ближайшее время в вашу жизнь? Да, не к вам на порог, не тот человек, которого вы каждый день видите, а вот новый, да, кто идет в вашу жизнь? А может, это возвратка, конечно же, из прошлого, может быть, но я про то, что человек входит в вашу жизнь. Кто этот человек? Давайте посмотрим, будут ли люди, которые входят в вашу жизнь, ну вот, в ближайшее время. Да, давайте смотреть до месяца. Кто? Да, будут такие люди, однозначно. Причем это появление этих людей будет нести такой жесткий характер в вашей жизни. Это не значит, что что-то негативное, нет, но вот конкретное, да, вот больше всего говорят конкретное, о конкретике. Давайте посмотрим, кто эти люди. Раз. Кто эти люди? Два. Кто эти люди? Три. Посмотрим трех людей, кто входит в вашу жизнь. Первая. Пентакльная карта идет. Тут как несколько людей могут идти в вашу жизнь. Что это за люди? Входят в вашу жизнь. Что это за люди? Мир и благополучие в семье. В вашу жизнь входят те люди, которых вы знаете. Эти люди из вашего круга семейного. Может быть, это родные люди, а может, родственники. Это разные понятия. Кто-то человек, вот какой, особенности этого человека, особенности человека, разрушительная энергетика, разрушительная. Это женщина-мужчина, по большей части. Это женщина. А для вас она кто? Вы с ней отдалились. Это та, с которой вы очень сильно хотите держать дистанцию, или же так получилось, что держите дистанцию. Но я по той карте, что сейчас идет мир, восстановление союза, вы с этой женщиной будете восстанавливать этот союз. Кто бы вы ни были, мужчина, к вам идет женщина. Если вы женщина, к вам идет женщина. Входит в вашу жизнь. Так, смотрите, что значит входит в вашу жизнь? Не значит, что она приедет к вам домой. Тут, скорее всего, будет восстановлен контакт. Женщина манипулятивного характера и такой, ну, действительно разрушительной энергии. Но у вас с ней будет мир. Будет мир. Энергетика ее никуда не денется. Активная. Движение у нее такое мощное. С ней будет мир. Вы знаете, вы восстановите благодаря ей энергобаланс свой. То ли примирение с этой женщиной пойдет к вам на пользу. Ну, тут идет, да, примирение с какой-то дамой. Женщина из вашей семьи. Больше, по большей части говорят, что это приблизительно одного с вами поколения человек. Ну что ж, а для чего идет он в вашу жизнь, этот человек? Для чего? Для чего этот человек идет в вашу жизнь сейчас? Вот появляется, да, снова. Для чего? Обойти какие-то ограничения человек. Выстроил эти ограничения, идет риск. Для чего? Закрыть. Что-то закрыть. Ну, во-первых, человек хочет примириться. Это выход из старого сценария, выход из каких-то блоков. Человек рискует. Вы, наверное, тоже рискуете, когда общаетесь с ней. Вы очень хитро, ну, когда вы общаетесь, либо будете общаться с этой женщиной, вы будете понимать, что не все можно с ней обсуждать.
польза будет от присутствия? Особая такая польза, вы знаете, идет движение. Не бойтесь. Не бойтесь. Открываются какие-то дороги. Там, где страшно идти, иногда эти дороги будут открыты. Жесткая такая дама какая-то. Возможно, вот эта разрушительная энергетика ее в прошлом вам давала какой-то толчок к движению от нее, и вы достигали большего. Да, это может быть даже не один человек, а как минимум два. И почему-то показаны женские фигуры. Женские. Одна может постарше, другая младше. Я вижу, что у вас была неправильная картинка относительно мира. Или вот они как-то пытались эту картинку вам навешать. И вы с этим грузом шли довольно-таки продолжительное время. Вам больно от этого было. Ну, вам нужно было пройти такой путь, чтобы вы вышли оттуда, да? То есть это как закалка. Вышли, выбрали свой путь, победили, выбрали свою судьбу. У вас получилось это? Ну, то, что силы вы, конечно, набрались, это да, это да. Вы будете с ними поддерживать контакт, с этими женщинами? До какого-то момента дальше пойдет трансформация. Или совсем как-то по-другому пойдет. Ну, давайте посмотрим, будете ли поддерживать. В другом русле, в абсолютно другом русле. Вы не будете выдавать им свои тайны. Вы больше будете обособлены. Но этот человек все-таки присутствовать будет в вашей жизни, как ни крути. Как один, так и второй. Тут две дамы идут. По сути, то, что происходит сейчас, да, вот то, что эти женщины входят в вашу жизнь, это очень даже хорошо. А еще тут есть, кто входит в вашу жизнь? Давайте посмотрю второго человека или же людей. Так, кто это такой? Так, и давайте разберем, кто это такой. Мне так идет тот, который исполняет желание. Что это? Кто это человек? А фигуру покажите, пожалуйста. Фигура. Фигура. Сейчас все объясню. Так, смотрите. Идет человек, который может исполнить ваше желание. Да. Для вас это прям какая-то находка. Фигуры особо я не увидела. Попажу в итоге, как десятой какой-то карты выпала. Я все равно не могу судить, что это определенно знакомая вам личность. Нет. Это может быть человек как пересечный, да, то есть, которого вы не знаете, который ненадолго может войти в вашу жизнь, но тут изменения огромные идут. То ли вы что-то узнаете от него, какую-то информацию. Вас ставят в момент, когда этот человек появляется в вашей жизни, вы находитесь в сложном периоде своей жизни. Куда идти? Влево, вправо? Подождать, либо принять тут решение? Вы не знаете, вам страшно. И появление этого человека как будто бы гром среди ясного неба. Вот, как звоночек судьбы. Вам сразу же становится все ясно. Вот, поэтому будет такой человек, который поможет вам дальше продвинуться. Это очень созидательная линия вашей жизни будет. Очень созидательный период, когда появление какого-то человека может сыграть очень важную роль. Здесь может быть все что угодно. Человек в Ютубе даже может быть, что-то скажет, вам просто вот глаза прояснятся, да, вот такой вот. Вот, ну, естественно, такие люди тоже нужны на нашем пути, и они, ну, бывают, творят
какие-то чудеса. Скорее всего, это человек, которого вы притянули к себе. То есть вы были готовы к этому приходу, ну, вот данного человека. Человек, у которого все хорошо в жизни. Вот так. Все хорошо в жизни. А как вот описать этого человека не внешне, а вот характеристика просто этого человека? Характеристика. По большей части человек, который страдал, да, который был в своих зажимах когда-то, в своих каких-то проблемах. И сейчас вот это, но он сохранил твердое убеждение, что нужно действовать, думать и вообще от сердца, да, то есть все равно не потерял вот эту, ну как, веру в человека, в человечество, в любовь. Человек достаточно отстраненный, отдаленный какой-то, но может выступать как учитель. Угу. Во многом больше мужских карт идет. Или же, да, здесь мужчина. Хорошо, что вы принесет? Вашу жизнь, я так вижу, что по карте, когда я спрашивала, что несет, здесь идет ваше развитие, идет развитие. Очень такой неплохой вклад в вашу жизнь, вот именно в данном периоде, до месяца. Хорошо. Кто еще? Кто же еще идет в вашу жизнь? Ой, тут... Скорее всего, женщина какая-то. Или энергетика такая у человека. Какая-то таинственная женская. Давайте посмотрим, кто это идет в вашу жизнь. Кто идет в вашу жизнь. Кто это человек? Покажите фигуру. Кто это? Кто это? А что хочет от вас? Так, это мужчина, который вас любит, но он в каких-то зависимостях. Вот так вот любит, и поэтому были вот тут кубки и луна. Не может от вас никак отделаться, от вашей персоны в его голове, либо в его сердце. Это мужчина. А как вы его знаете? Тут возврат идет. Как вы его знаете? Вы знаете. У вас какое-то неоднозначное отношение к этому человеку. Вы говорите, что как вы его узнаете? Как вы его узнаете? Так, смотрите, здесь уход был. Вы когда-то, когда, возможно, его вы оставляли, сказали, что такой человек мне точно не нужен. Да, здесь был уход. Либо это его такое отношение было, но тут смотрите, тут было расставание. Кто-то от кого-то ушел. Долго длились терзания, да или нет, но здесь вот был уход. Был уход. Это мужчина, с которым вы расстались, и ситуация такая, что вы не видели будущего вместе с ним, вам было страшно, что это ненадежный человек, что постоянно в какой-то борьбе, постоянно вы больше делаете, вы больше думаете о том, как строить будущее, чем этот человек, а он как-то по-детски все это воспринимал. Да, здесь идет такой момент, когда... Вам нужно было действительно принимать важное решение и отказаться от взаимодействия с этим человеком. Вот он идет. Почему Луну показывают? Что это значит? Потому что здесь, знаете как, у вас будут сомнения. Когда человек будет идти к вам, у вас будет такое чувство, что, а может быть и хорошо, если что он вернулся. Вот, будьте в этом очень осторожны. Хорошо, что он вернулся, вам это нужно. Но он хочет семьи, вам это нужно? О, нет.
Это ваше, как это, как бы кармический узел. Хочет вернуть семью человек. Вот так вот. Вернуться в семью. Вы знаете, тут говорят так, что если вы вдруг на это пойдете, вернется через какое-то время опять то же самое, что было в далеком прошлом, либо в недавнем прошлом. Начнутся опять отношения, даже быстрее этот процесс пойдет. Хорошо, потом плохо, плохо, еще хуже. Да, опять манипуляции и проблемы. И это вы не, ну как, не созданы друг для друга, чтобы жить вместе, нет. Вот так. А зачем идет? Ну, сейчас посмотрим, что хочет. Ну, семьи хочет. Понимаете, как? Семьи хочет. Говорит, буду с тобой вместе жить. Но по Луне он какой-то странный. Он просто зависим от вас, и все. А здесь такое состояние, да, отношений, когда вместе не могу, и порознь тоже не могу. Вот у него это так. Да, все истинная правда. Здесь человек, с которым у вас были серьезные отношения. Он вас любит. Будет скоро нарушать границы и заявлять на ваши права. Понимает, что, умом понимает, что эти права давно уже не его. Вот. И что вы сама себе принадлежите. Но будет стараться все-таки как-то намекать на то, чтобы вернуть разрушенное, склеить то, что было разбито, разломано, разрушено, и вообще там в порошок все превращено, как это можно склеить. Ну, смотрит, наблюдает за вами этот человек. Сейчас в каких-то проблемах и блоках. А многое о вас неизвестно. Он вас плохо видит, плохо разбирает, что у вас там в жизни происходит. Так, ну, проявляться будет, заявлять права опять же будет, боится какого-то наказания, отказа, помириться захочет, больно ему, видите как. Да, хочет спокойствия души, но вы знаете как, им движет его эго. Вы ему нравитесь как женщина до сих пор, и действительно он понимает, что может потерять вас или как-то так. Я тут вижу, знаете, как вот искреннее желание человека наладить с вами отношения, но он не может ручаться за то, хотя говорить будет, что да, я буду там и через 10 лет хорошо к тебе относиться, но тут нет, тут такого не будет. Будет тяжело, это хитрость, это уловка его разума, которая сам этот разум его обманывает. А человек боится, что-то вам он должен, что ли? Что такое, говорят? Да. Ну вот это все, знаете, вот складывается его отношение к вам из того, что вот что, чем сотканы были ваши отношения. Вот на сегодняшний день, если у него проблемы финансовые, и он вам что-то должен, да, это тоже добавляет какую-то одну десятую к тому, что он хочет там вернуться. Вот тут так говорят. Но любит вас этот человек. Ой, пятерка мечей идет. Желает. Но здесь идет так, что вот как и растоптали вы его эго мужское. Ну, к вам влечение есть. Как к самой лучшей женщине. Вот другую такую он не видел, наверное, за всю свою жизнь. Ни до, ни после вас. Вот такое идет. Давайте тут совет посмотрим. Может, какой-то карты захотят. Вам совет. Твою энергию хотят немножко оттяпать, а может быть даже не немножко. Человек делает это неосознанно, потому что чувствует нехватку энергии у себя. Оставит энергию себе. Будь жаден насчет своего ресурса, насчет своей энергии. Потому что тебе она очень-очень нужна для жизни. Уединение и движение в свою сторону. Ностальгия нахлынет,
постарайся в это время заняться работой. Да, и постепенно, постепенно ты придешь в себя, оставишь это как страшный сон. Такие вот интересные у нас идут жизненные расклады. Спасибо вам, мои хорошие. Я очень рада, что вы были здесь со мной. Благодарю. Раскладу, в принципе, конец. И спасибо за ваши лайки, комментарии, за финансовую поддержку. Жду вас на следующих видео. И хочу, чтобы Вселенная вас отблагодарила за то, что вы делаете, за то, что вы приносите сюда в разы больше. Пускай так и будет. Всего доброго. Пока-пока.